Утро встретило нас легким моросящим дождиком. Честно говоря, мы уже не надеялись нормально отснять материал. Оставалось рассчитывать на прогноз погоды, который обещал нам в том месте, куда мы отправлялись, отсутствие осадков. Наш пункт назначения находился неподалеку от национального парка Джошуа 3, и весь маршрут занимал приблизительно 2,5 часа, если ехать из Ирвайна. И все эти 2,5 часа нам предстояло любоваться вот такими холмистыми пейзажами Орандж и Риверсайд Каунти. Но, в общем-то, мы были не против. Исследуя Калифорнию, необходимо понимать, что многие туристические точки, достопримечательности находятся на расстояниях, которые измеряются порой несколькими десятками миль, поэтому полная дозаправка автомобиля – это скорее вынужденная необходимость, чем просто подстраховка на всякий случай. Снова идет дождь, снова. Мы выехали, дождь вроде бы прекратился, проехали больше половины практически пути, рассеялись тучи, выглянуло солнце, мы думали, будет классно. Но когда мы остановились, сделали остановку, чтобы заправиться, чуть-чуть покушать там в городе Моронго-Валли, и вот снова мелкий такой моросящий, пакостный такой дождь. Я очень надеюсь, что мы приедем на место. Все-таки это окраина пустыни, и там будет сухо, потому что прогнозы как раз-таки об этом и говорят. Ехать 2,5 часа, мы проехали чуть больше, час 20, где-то чуть больше, но трафик постоянно меняется. Что ж, мы продолжаем. Поехали дальше. Тучи разошлись, дождь прекратился, горы вон выглянули, сохнут потихоньку. Все, это однозначно, дождя не будет. Я думаю, нам все получится снять то, что мы запланировали. Нам осталось ехать чуть меньше часа, вот. Трафик, в общем-то, не увеличивается, и мы на всех парах буквально летим, пока вот такая погода установилась замечательная. Все круто, небольшой грустью, потому как дорогу окутал сплошной туман, такая завеса, что ничего не видно. Правда, вроде бы дождя нет, но мы пересекли вот эту вот часть, где Palm Springs area, и поехали на север, свернули на фривей, который стал хайвеем, в принципе, и едем на север сейчас, подъезжаем вот к этой Юго-Вали, это область, где находится Джошуа 3 парк, и там въезд на окраину пустыни Мохава. И вот посмотрите, что вот эта густая завеса тумана, просто ничего не видно.
ближайших там 100 футов. И мы, конечно, немножко так опечалились. Надеемся, что в пустыне так не будет туманно. Итак, мы приехали. Мы находимся сейчас на окраине пустыни Мохаве. Вот там въезд. Дорога асфальтированная закончилась. Мы свернули вот оттуда. Здесь 3 дня шел дождь. Очень много мест мы встречали, где написано, что были затопления. И мы очень сильно боялись, что непогода не позволит нам этого сделать. Но сегодня прогноз был таков, что один день дождь прекратился, завтра он опять возобновится, и вот мы этот день решили использовать, чтобы приехать сюда. Мы никогда не были в пустыне за эти 2 года в январе месяце, зимой. Сейчас здесь, в общем-то, такая пасмурная погода, легкая дымка такая, и, в общем, классно, комфортная температура и комфортное время для съемок. Итак, нам осталось преодолеть буквально несколько, ну, может быть, миль 4-5, что-то так вот. Вот туда, вот по этому бездорожью, по этому песку мы поедем и будем на месте, на том месте, куда мы ехали. Продолжаем. Проехали вот по этим песчано-барханным этим дорогам, и видно последствия, что 3 дня здесь лил дождь, дорога периодически перекрывается вот такими вот намытыми, оставленными полусохшими лужами, приходится так петлять, маневрировать между тут тропинки различные, дорожки вот проложенные товарищами, которые любят здесь кататься на квадроциклах, на баги. Место такое довольно колоритное. Очень близко мы уже, очень близко.
На окраине пустыни Мохаве есть одно любопытное место. Любопытно оно тем, что здесь находится самый большой в мире отдельно стоящий валун. Вот он. Вот эта хреновина покрывает 542 метра по площади и возвышается в 7 этажей высотой. Название, которое носит этот огромный валун, Giant Rock, гигантский камень. Его история богата на различные события, начиная с тех времен, когда индейцы из соседнего парка Джошуа 3, ну тогда это еще был не парк, считали это место сакральным. И до наших дней, когда стал местом паломничества различных туристов, всяческих неформалов, которые любят здесь проводить свое время, катаясь на багги, квадроциклах. Здесь просто эти следы от их квадроциклов усеяны. Индейцы использовали этот валун и это место для проведения ритуальных своих вот этих вот дел, когда праздновали смену сезонов. Сюда также приходили шаманы, и тут как бы якобы они тут черпали какие-то свои духовные силы там, или что они там втирали своей доверчивой пастой, не знаю. События начали развиваться в 30-х годах прошлого века, когда бывший военный Фриц Крицер, бывший старателем и немножко сумасшедшим, увлекся радио. Он был помешан на теории правительственных заговоров, и радиопередачи для него были какой-то отдушиной, он пытался там связываться с кем-то. Вот. Но чтобы ему никто не мешал, он решил найти себе интересное убежище. Он приехал сюда, на это место, Giant Rock, и решил себе здесь облюбовать местечко, укрытие. За несколько лет подряд Крицер отрыл под валуном, под Giant Rock, представьте себе, комнату размером 400 квадратных футов. Оборудовал различными приблудами и стал там жить, скрываясь от правительства и всех тех, кто мешал ему. Ну а что, здесь прохладно, летом так вообще замечательно, никто не мешает, тихо. Вместе с этим он стал местной знаменитостью, прослыл странным стариком, и еще его называли старым козлом. Все потому, что он любил стрелять в различных нежеланных гостей и туристов, которых здесь-то было полно как раз-таки. Параллельно с этим он занимался бродяжничеством, старательством. Вот. До тех пор, пока в 1942 году полиция, вы помните, да, что в то время шла Вторая мировая война, полиция не заинтересовалась его радиопередачами, которые он отправлял отсюда. И ему попытались предъявить обвинение, что, ну, якобы в пользу шпионажа, в пользу нацистов. Фриц Крицер, будучи человеком немножко не от мира сего, решил, что голыми руками его не возьмешь. Он сварганил динамит и попытался устроить оборону. Но, к сожалению, динамит взорвался у него в руках, Фриц Крицер погиб. Вот эта копоть, как раз таки следы, ну, это может быть уже свежая копоть, потому что много лет прошло, но вот это вот место как раз таки, где был вход в его комнату. Это все, конечно, уже засыпано, но следы все-таки еще остались. Вот эта бетонированная площадка, она была больше здесь. И вот этот вот вход был устроен как положено, как в подвал. Здесь были перила. Вот все, что от него осталось, это груда камней, железобетона. И вот то место, где была та комната, где жил Фриц Крицер. Удивительный человек был. Этот взрыв нарушил структуру валуна, и в нем образовалась микротрещина, которая продержалась еще полвека, но постепенно она разрасталась. И в конечном итоге от Giant Rock отвалился огромный смачный кусок. Случилось это событие в 2000 году. Вот мы видим вот такой вот кусманище висит здесь. А это вот трещина. Как бы еще что-нибудь не отвалилось от него.
Но задолго до этого трагического эпизода Фриц Крицер познакомился в гараже у своего знакомого Глена Пейна, который жил в Санта-Монике, с очень неординарным товарищем. Звали его Джордж Ван Тассел. Джорджа Ван Тассела были также немножко повернутые идеи, только если у Фрица Крицера на базе правительственных заговоров, то у Джорджа Ван Тассела инопланетная тема затмевала его разум. В общем, так или иначе, в начале 40-х Фриц Крицер пригласил двух приятелей Глена Пейна и Джорджа Ван Тассела к себе в подземный апартмент, где прошла весьма конструктивная беседа, которая закончилась тем, что Джордж Ван Тассел решил, что это место обладает огромным потенциалом, и его необходимо использовать для получения как своей выгоды, так и общественной выгоды. Джордж Ван Тассел заработал себе славу как летчик и борт-инженер, летая с известным эксцентричным богачом Говардом Хьюзом. И здесь поселился и стал жить. Надо сказать, что Ван Тассел был просто чрезвычайно помешан на различных инопланетных темах, и он решил это использовать. Он здесь построил маленький ресторанчик. Вот эта вот площадка, на которой сейчас стоит автомобиль, пикапчик, да, она была использована как площадка для проведения конференций. Потому что Ван Тассел считал, что это место особое. Оно когда-то посещалось инопланетянами и якобы имеет свою какую-то особую энергетику. И вообще здесь надо построить что-то такое вот грандиозное. И начал он с того, что здесь построил вот эту вот площадку. Более того, вот то вот поле, вот эта вот часть поля, оно было использовано для маленького аэродрома. Вы только представьте себе, что сюда приземлялись самолеты. Ну, такие, типа вот как наши кукурузники, как вы их понимаем. Вот там был маленький ресторанчик. Вот здесь вот была площадка. Он вложил в это большую часть своих денег. В аэродром, ресторанчик, площадку. Здесь также была еще такая вышка, откуда он вещал свои идеи. В 50-х годах он начал собирать здесь международные конвенции по НЛО. Он рассчитывал на различные пожертвования и инвестиции, потому что у него еще был более грандиозный план – построить еще более грандиозное сооружение, которое станет не просто местом для сбора людей, но и для чего-то большего. Надо сказать, что Ван Тасселу вся эта заваруха принесла достаточно широкую известность, популярность и помогла ему заработать денег. Более того, в 1959 году он провел самую большую конвенцию по НЛО. Порядка 11 тысяч его поклонников и сторонников идей собрались вот на этой вот площадке, где Ван Тассел вещал свои идеи и замыслы. Все это помогло ему собрать достаточно средств и инвестиций, чтобы реализовать еще одну грандиозную идею, еще один грандиозный замысел – центр Интергрейтон. Мы побываем еще там, посмотрим, что он из себя представляет, если, конечно, он не будет закрыт. На тот момент волна популярности НЛО в США была просто огромной. Все вот такие места, они были облюбованы любителями НЛО и прочих паранормальных явлений. Полазили, походили мы здесь по округе. Вот эти вот холмы, сложенные из грандиозных камней, валунов. Шикарное место, шикарная атмосфера. Вот там начинается пустыня Мохаве. Мы на ее окраине. Да и сам Giant Rock, конечно, это просто изумительное зрелище. Вообразить очень сложно, сколько событий пережил вот этот вот каменюка. А вот эта площадка в последнее время, наверное, лет последних 30, может, я не знаю, очень часто используется различными неформальными гонщиками, ну или просто гонщиками, любителями экстрима на багги, квадроциклах. Здесь просто исполосовано все от колес. А вот там вдалеке видно небольшое вот такое вот болотце после трехдневного дождя, который здесь лил впоследствии. Мне, конечно, сложно представить, какие здесь бывают наводнения в пустыне, но судя по тем следам, которые мы видели, очень такие неплохие. Ну, собственно, мы на этом здесь закончили.
и мы собираемся возвращаться, но по пути заглянем в Интергрейтон. Тот самый Интергрейтон, который так усердно строил Ван Тассел, друг Фрица Крицера, который проводил здесь свои конвенции. Посмотрим. Прощай, Giant Rock. Пока. Или до свидания. Чего мы и боялись, собственно говоря. Центр Интегрейтон закрыт, как гласит вот эта вот табличка, с 1 января по 31 января, к сожалению. Ван Тассел был просто помешан на теории влияния внеземной энергии на людей, и поэтому неподалеку от Giant Rock, в том самом месте, где вот эта асфальтированная дорога пересекается вот там с песчаной дорогой, он построил вот это вот прелюбопытнейшее сооружение и назвал его Интегрейтрон. Самое важное здание здесь – это вот тот белый купол. Он сделан из дерева и склеен. Год назад мы были здесь, ну почти год назад мы были здесь, в этом вот месте. Это Интегрейтрон. В тот день, это был январский день, и он был закрыт. Как оказалось, каждый год в январе Интегрейтрон закрывается на какие-то там реконстракшн и прочее. И сейчас мы уже приехали в феврале, ровно год спустя, в это место, для того чтобы зайти и показать то, что мы не смогли увидеть в прошлый раз. Какие мы видим изменения? Вот такой вот забор уже современный здесь поставили, соответственно, ну и куча камер на нас смотрит, вот, блюдут товарищи, значит, ну что ж, заходим и смотрим, что у нас тут есть. Вот это самое главное здание Интегрейтрона, вот этот вот белый купол, он сделан полностью из дерева. И я стою сейчас здесь, и мы слышим такое легкое равномерное гудение. Ну, может быть, оно не будет слышно в камеру микрофон, в микрофон камеры, но мы его слышим. Собственно, внутри там можно принимать так называемые звуковые ванны. Джордж Ван Тассел, когда увлекался уфологией, когда был живой, при жизни, после смерти своего
соратника по инопланетным делам Фрица Крицера, который жил под камнем Giant Rock, вот соорудил вот эту вот штуковину, основываясь, как он утверждал, на чертежах, которые ему были посланы в виде видений с неких инопланетян с планеты Венеры. Ну, звучит, конечно же, забавно, но тем не менее оно так и есть. Да, попасть сюда, в общем-то, не так просто, нужно делать резервейшн, а вот, ну, а мы, собственно говоря, просто вот посмотрим, поснимаем и, может быть, как-нибудь будет желание, попадем туда внутрь. Да, вот показана табличка. В 1958 году началось строительство интегрейтерной, и он занесен в Национальный реестр исторических мест Соединенных Штатов. То есть, в общем-то, знаковое место. С 2000 года этим местом владеют сестры Карл, которые выкупили его. И вообще было много желающих, как бы, но сильно никто не хотел вкладываться. И вот в 2000 году сестры Карл, это три женщины, которые купили это место и превратили его вот в такое вот туристическое достопримечательность, историческое место. Ну и вот, вот то, что мы видим, так оно и есть. Вот в дороге присесть, прилечь, отдохнуть. И главное не упасть. Можно загорать, принимать не только звуковые ванны, но и солнечные. Хорошо.